так, с сегодняшнего дня Орику будет жить у нас. Бабуля! Я Орику Сэки. Зовите меня просто Окко. Живу в гостинице Харуная. Ты будешь отличной младшей хозяйкой. Ну, знаешь, ты не младшая хозяйка, ты мелкая козявка. Тяжело работать в гостинице. Кто здесь? Ты меня видишь, что ли? Ты кто такой? Я тут уже много-много лет живу. Я призрак. Я ж друга нашел, я ж так рад! Мне тут даже понравилось. Это мои самые лучшие друзья. Если гостиница разорится, для всего Хананую это будет позор. Гостиница пустое место, как будто вообще нас не видит. Значит, время подходит. Да как же это? Я хочу домой. Прости, Окко, что мы не рядом. Не бросайте меня одну! Но ведь ты не одна. Опять же, мы рядом. Как это здорово радовать людей! Мне так нравится работать в гостинице! Источник Хананую никого не отвергает. Он принимает и исцеляет всех.